Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, мы с вами продолжаем проходить Realm Defense, и сегодня у нас 10 уровень, какой-то необычный, у него даже не простая иконка, а какой-то, видно, дьявольский прям знак, самый настоящий, еще какие-то молнии, смотрите-ка, а? Интересно, из-за чего это? Возможно, там будет у нас босс, скорее всего, судя даже по названию, пещера гигантского слизня, ну точно, наверное, боссовая территория, впервые сейчас посмотрим, как они тут выглядят и насколько они мощны. Может быть, увидим и какую-нибудь сценку, может быть, кто-нибудь нам что-нибудь расскажет, ну не факт, конечно. Так, ну у нас по-прежнему те же самые два героя, наша эльфийка с луком, красавица, давайте ее, наверное, прямо вот сюда, рядом с постройкой поставим. Так, откуда попрут? Попрут и снизу попрут, да, и сбоку, и сверху, короче, со всех сторон, и самый основной перекресток, значит, у нас получается вот этот, значит, сюда тогда все-таки переведем, наверное, их всех. Будем биться в самом конце, в самом завершении карты у нас будет происходить все действо. Так, ну хорошо, давайте тогда сразу же пехотинцев подведем, по центру поставим. Ну и сделаем большущий обстрел здесь. Во-первых, у нас будут лучники стоять, мощнейшие, самые мощные, какие только могут быть. Поставим сюда против тяжеловесов, на всякий случай, вдруг попрут какие-нибудь упакованные, такие тоже могут быть. Ну и бомбарду вот сюда. Возможно, чтобы они к нам уже приходили раненые, уже сразу же по умолчанию были так себе. Ну что, запуск? Давайте смотреть, кто нас ждет на этот раз. Со слизнями продолжаем воевать, они со всех сторон вечно прут. Не знаю, будут ли тут скелеты, но если тут пещера большого слизня, то я делаю ставки на то, что здесь, скорее всего, будут просто одни слизняки, не более того. Возможно, как раз этот большой слизень их там всех и скапливает, плодит. Кстати, 6 волн, очень странно, если это боссовая территория, то почему 6, если на самых простых, самых обычных у нас уже было 7? Непонятно. Ну да ладно. Так, сейчас что-то золото, я смотрю, стало медленнее скапливаться. Что-то очень странное. Кстати, вот и снизу у нас поперли. Я не зря сюда на этот перекресток сместился. Я вообще изначально хотел здесь укрепляться, думая, что он главное. Потом что-то так посмотрел, уже, знаете, и в последнюю секунду заметил такую дорожечку-то. Так, ну, надо пехоту усилять, наверное, на ней здесь будет в основном все держаться, даже если в большом количестве они попрут, пехота сможет сама, как минимум, дать отпор, не просто их там сдерживать, а хотя бы рубить там своими мечами. Так, паучки, ну, против пауков только бомбарды, чтобы бить по площади, надо вот эту вот шарапнель за 300 прокачать, и тогда все будет хорошо. Так, шаман поперся, вот он, шаманчик. Но мы тогда укрепим нашу защиту. Ну и что ж, будем встречать их здесь во всеоружии. Так, шрапнель срочно, чтобы по площади бить их, потому что скоро, возможно, кто-то сможет пробежать. Но мы не позволим им это сделать. Мы заранее подготовимся. Убейте разбойника. Странно, я даже не заметил, где разбойник, но я его убил. Как так получилось? Не, ну всегда приятно, когда чисто как-то спонтанно, как-то неожиданно, то есть пишет какой-нибудь приятный бонус, что там раз вы получили что-то, ну или там выполнили, хотя ты сам даже не знаешь. Так, ну хорошо, с этими со всеми мы разобрались по-простому. Можно еще, наверное, градстрелу прокачивать, потому что я вижу, что на этой территории в основном они будут брать нас с количеством. Будут прям, наверное, плодиться, и чувствую, на шестой волне, наверное, их все больше и больше будет. Поэтому здесь до конца прокачаем вот эту вот штуку. Как она правильно называется? Арт-обстрел. Ну ладно, арт-обстрел, значит, пускай так называется. Это проще говорить шрапнели, хотя это не то, конечно, шрапнели, она в ружье заряжается. Насколько я знаю. И, ну, бьет тоже какими-то такими шариками, наверное, дробью, типа того. Так, укрепимся. 100 стоит, ну все, теперь у нас максимальный этот арт-обстрел. Арт-обстрел же, точно, правильно же, да, арт-обстрел, все правильно. Арт-подготовка есть такая. У нас тут уже сразу же обстрел. Слушайте, ну, не знаю, можно, в принципе, прокачать еще и порталы, и здесь все остальное, нас укрепить. Вот, допустим, они в зоне вышки этой стоят, уже, да, видно, они подсвечены, то есть сильнее становятся, ну, тогда этих надо еще сюда переводить, чтобы все были укреплены, даже включая героя.
Кстати, раньше времени можно было запустить волну, что-то я прозевал момент этот. Ну да ладно, не так страшно. Так, что ж вы решили все понизу идти, причем они тут все необычные, поглядите на них, они тут все какие-то... А, это те самые лучники, которые любят издалека стрелять, ну тогда нам тоже сюда надо лучника подводить, раз такое дело. Наверху мы, наверное, и без того справимся с ними, со всеми. А вот с этими тут надо разбираться тут и сейчас, иначе они нам покоя не дадут. Так, смотрите, а. Давайте здесь тоже им устроим взбучку. То что-то они поперлись. Ах, героиню убили. Как так, а? Героиню прозевал. Ну да ладно. Кстати, бойны полным ходом идет. Дают прочувствовать нам, а? Что здесь не все так просто бывает. Ох, какая банда. Они еще и сверху, и снизу в таких же количествах, в огроменных. А это что было? Это было... Что было-то? Это было, не договорил. Ну что-то очень мощное. Ничего себе, там ракетка пролетела. Почаще бы такие летали. Причем даже не по моему зову, а сами по себе. Но выглядело очень круто и внушающе. Она разом же всех повырубала, значит, получается. Да снизу отряд шел большой. И сверху такой же. Если бы не она, ну не знаю, возможно, сдержали бы, я думаю, сдержали бы все равно в любом случае, но так гораздо быстрее. Это, наверное, опять реклама каких-нибудь бонусов местных, которые можно купить за кристаллики здесь, скорее всего. Что-то есть такое, знаете, подозрение. Так. Все, здесь у меня пехота прокачана, вся мощная. Ну и пушки, наверное, тоже справятся. Это пятая волна из, шести, значит, предпоследняя, наверное, даже раньше времени будем запускать. Причем вообще она только началась, и мы ее сразу запускаем. А, вот он. Самый главный босс, получается. Ну хорошо, все с тобой ясно. Так, пехоту усилим тогда. Ну хорошо, я там ракету прокачал. Давайте ее тогда тоже подведем поближе, чтобы она по нему уже стреляла. Попадает, вроде бы попадает, вроде бы прям в него уже бьет. Ну тогда героя туда же можно подвести. Смысла нет им там держаться где-то в стороне. Герой его будет бить, вторая наша героиня будет его дубасить. Здесь и без того есть кому воевать и сдерживать атаки, если кто-то сюда припрется. Давайте радиус тоже увеличим, наверное, на всякий случай. Ну и пехоту надо ставить под эту бомбарду, чтобы бомбарда отрабатывала на максимум. Иначе впустую можно ее использовать, в холостую. Так, чем бы его бить лучше? Наверное, магией все-таки. Магия, наверное, будет его прошибать гораздо лучше. Слушайте, он вообще не прошибаемый, так-то посмотреть, да? А сколько мы его убьем, а он все держится и держится. Мне даже главного героя то успели убить. И не только главного героя, еще и ее тоже, героиню. Так, ладно, лучников давайте. Что-то жара пошла какая-то. Что-то уже как-то неприятно прям. Что-то их много. А музыка грохочет. Веселье, мне это нравится вообще. Вот это я понимаю. Это что-то приближенное уже к Kingdom Rush пошло. Полная жаришка. Со всех сторон что-то, какие-то действия, движения. Постоянно надо думать, куда что укреплять, где что ставить. Так, мне нравятся эти ракеты, которые пролетают сверху. Они хорошо, очень сильно помогают. Если бы не они, но не знаю, возможно, было бы гораздо сейчас сложнее все. Пехота у меня укрепленная там стоит. Так, магия, ты способна его достать? Достает вроде бы, это хорошо. Портал тоже прокачаем. Пускай меньше, наверное, будет доходить до нас в любом случае. Так, и пора переводить Кевина. С нашей стрелковой, уважаемой. Его вообще можно подальше. Слушайте, он его заковывает в какие-то там, смотрите, сети магические. И вырубает героя в два счета. Да, серьезная штука. Не, ну мы с ним справимся. Я думаю, мы с ним справимся в любом случае. Наверное, еще одну пехоту поставим на всякий. Так. Если что, стрелковым набьем. Да все уже. Это все, это его проигрыш. Умри, селезень. Слизень, точнее. Ух ты, дракон. Это красный дракон Смолдер. Король слизни заставит тебя поплатиться. Гори. К
круто. У нас есть личный герой теперь, дракон. Ну, его, наверное, тоже надо покупать за кристаллики, все как обычно. Давайте посмотрим, что у нас там открылось, не открылось. Новый герой, да, написали, точно надо посмотреть. Ну, скорее всего, стоит уйму кристаллов. А, хотя, может быть, он какой-нибудь легендарный. Вы можете испытать себя в легендарном режиме, если вы прошли уровень с тремя звездами. А, либо еще раз. Да ладно, позже, конечно. Так, задание заберем, приз. Где герой? А, нет, героя нового не появилось, к сожалению. Я думаю, это вот эта дракошка. Ну, хотя это он и есть, просто, ну, также купить за 3000 сильно дорогой. В общем, хорошо, мы прошли с вами первого босса, мне понравилось, очень было неплохо, так прям много народа, я думаю, дальше будет еще сложнее. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео, если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх, можете также написать какой-нибудь комментарий, подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали, а с вами был Дэнни Марс, и до новых встреч!